Всем привет! Доброго дня! У нас сегодня челлендж с мужем. Сегодня день пасмурный, дождь идет. В огороде работать нечего, во дворе тоже. Сейчас займемся немножко. Я в жену немножко ухаживать, она меня. Он меня будет красить и прическу делать, а я его побрею. Я в своей жизни никогда его не брила. И он мне никогда не красил. Вот сегодня выходной день, вот с этим делом сегодня мы займемся. И вы оцените. Посмотрите, что у нас еще получится. Голосуйте за нас, за меня или за него. Голосуем. Ну, сначала ты. Давайте, теперь своя. Стол немножко сдвинь, вот так, наверное, тебе нет, удобно. Нет, я сперва вот так, наверное. Ну вот ты здесь встань. Отсюда. На. Или сиди, тебе удобно будет. Нет, я так буду, стоя. Ты прическу мне делаешь? Сперва перечески я делаю. Или волосы просто уберешь? Волосы уберу отсюда, чтобы мне не мешало. Ага. Тебе что удобно, крапик или резинкой? Резинкой надо, я думаю. Да сильно нежно не делай. Массажно-массажно. Не надо. Я так, мне вот так нравится. Да? Да. Как нравится, я вот так сделал. А я думаю, ты косичку хочешь сделать? Нет, я вот так ее уберу. А-а-а. Уберу, чтобы тебе и не мне мешало. С чего начнешь красить меня? Я буду, наверное, сейчас это красить твою. Глаза, наверное, здесь. Ты что, если не знаешь, я могу подсказать. Давай, тебе. Давай, скажи, здесь чхокаем. Да? Покрасить вот это. Ты что, брови хочешь мне? Брови. Значит, как? Расчеши брови. Вот как раз, да, ты правильно мне запрудил. Вот расчеши это. Сначала. Вот так, да. Чтобы они были не разные стороны. Разные стороны, да. Да, было что ровно. Да. Сейчас чем заниматься? Вот, карандаш. Карандашом. Да. Чтобы они яркие были. Красивые, что ли, были, да? Да. Вот тебе, да. Ну, да, я посмотрю, как я тебе красиво выгляжу. Если я уже делаю, я, значит, красиво буду делать. Да, между прочим, я еле уломала. Да? Но я не буду смотреть. Не буду смотреть? Да, чтобы... Сейчас чем? Ну, это ты решай. Ты решай. Ты просто... Я могу тебе только просто подсказать. Да, ну, скажи, сейчас чем это? Ну, тени нанеси. Тени. Да? Тени, нет. Вот. Вот так, они открываются? Открываются. Пальцы не дают, делают. Наносить можно вот этой кисточкой. Какие тебе тени нравятся, вот наноси. Тени. Не под глаза. Ой, очень много я взялся. Ну, ничего. Для этого я приготовил это. Ватные палочки, если что тебе не нравится, хочешь подправить. Потом подправишь, сделай. Не надо здесь, я сейчас уберу. Все равно сейчас никто пока еще не видит. Я не буду показывать, просто ты сам просто увидишь. Не, я уберу тебе. Ты мне сильно кожу не растягивай, морщины появятся. Морщины не появятся, я уберу здесь вот этот, который я, значит, не туда краска. Если у меня все нормально получится, я, наверное, я открою этот, потом буду... Визажистом. Да. С этим делом займемся. Сейчас что? Тушь у нас где? Тушь? Можно? Вот. Вот она. Да. Это ресницы. Ресницы, да. То есть не только не ломай. Я сейчас красиво сделаю. Смотри, у тебя сейчас как черненький намажу краской у тебя. Ой, как нафиг. Это розы только не в глаз. Нет, аккуратно я делаю, аккуратно. Точно, аккуратно. Ну, конечно, как же ты думала. Я только КамАЗу не могу делать, и здесь я могу все делать. Да? Конечно. Так, у меня визажиста может возьмешься. Ну, возьмусь. Вот эту комнату открою. Да. Где у нас? Что сейчас хочешь? Пудры-мудрое лицо. Пудры-мудрое? Да, где у нас? Вот же, да, это. Есть вот тональный крем. Тональный крем лучше давайте. Показывай, с чем будешь меня тональный, это. Тональный, вот, крем, тональный крем. Это хорошенько показывай. Вот, показываю, что и показывать. Здесь, кто из этого женщины должен знать сами. Это Нормально, видишь? Кисточкой можно и руками, конечно. У меня руки чистые, видишь, руки я
минут 5 помыла мылом. Почти половина мышц ушло. Ты вот натираешь? Да, что будет. Мужчина, не делай мне. Так, сейчас чем тебе? Я не знаю. Тебе виднее. Вот, наверное, все у меня. Ну, румяна сделай мне. Румяная, так. Вот румяна. Румяна, вот она. Да, вот румяна, вот кисточка. Есть и внутри кисточка. Маешь мне всю косметику. Вот кисточка. Вот, сюрприз. Мне кажется, все нормально. Я что-то сейчас займусь, стою, все нормально. Да? Уже мне готовится, чтобы тебя принять? Конечно, конечно. Все, а то у меня время стекает все. Да. Вот так. Чудо-юдо, да? Где у меня этот? Вот. Сейчас все нормально, иди посмотри себе, потом мне ты будет... все покрасишь? Да, да, да. Разве? Да. Мне чего-то не хватает. Губы я не буду красить. Почему? Я не люблю. Ну попробуй. Ну я не люблю губы красить. Губная помада я есть? Я знаю, это просто этот. Ага. Так, так, вон так. Губная помада. Вот она. Ага. Вот она. Вот а она. Тебе нравится этот цвет? Может другой? Так он... Другой цвет. Вроде это хороший. Точно? Точно вроде. Мне кажется. Сейчас посмотрим. Давай. Давай. Я приступаю, да? Конечно, конечно. Сейчас мне надо побриться здесь. Я вчера в бане не успел побриться. Я смотреть в зеркало не буду. А? Потом сюрприз будет и для тебя, и для меня. И посмотрим. А? Если что, где-то подрежу. Не, не кричи. Не надо подрезать, что у меня никакой царапины на лицо не было. Пена же, да, ведь? А их долго наносить, да, или как? Пены чуть-чуть надо. Это много-много не надо. Зачем ты так много делаешь? Как Дедушку Мороз нарезал стол. И правда, видимо, многовато взяла, да? Mm-hmm. Ну ничего. У меня бывает, что блин первый ком. Достань мне салфетку, чтобы вытереть. У меня там есть рука. А ты и правда лишканула. Сразу брить начинать, да? После да, пены? Да, 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 да. Не больно? Нет, вниз вот так, двери не так. Вниз, вот здесь горло где. Я там сильно и не намазывала. Девочки, вообще-то страшное дело. Ничего особенного, все нормальное. Не больно? Ничего, ничего, ничего. Ты постерегаешь уже, сейчас будешь бриться мне каждую неделю. Ты что, меня этим берешь? Да, 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 на полставки будешь у меня брить там. Давай, я умою все. Зачем? Нет, я доделаю и покажем. Ты в моих руках? Да. Так что держись, дедуля. Что-то муж мне не доверяет. Что-то ему страшно стало за себя. Мне не страшно, а ему страшно стало. Не страшно, потому что сейчас эта пена высыхает. Его надо помыть. Все уже, я доделываю. Как я, оказывается, тебе еще идеально сделала. Вот он меня накрасил. Оцените, голосуйте. Я его... Вот она как мне побрила, все намазала. После бритья я все сделала, оцените, все нормально, оцените никакой волосинки не осталось. Оцените нашу работу, красоту. Пока. Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Это наш первый челлендж. Надеюсь, еще будет. Скажите, какие челленджи вам снять. Пока-пока. Пока-пока. Красавица Сулико.